основатель Академии мировой моды, ученица и преемница Вячеслава Михайловича Зайцева, модельер-дизайнер Жан Николь, является художником-оформителем, VIP-модельером, топ-стилистом, визажистом, создателем многочисленных коллекций. Информационными партнерами Академии выступают DMC Fashion Channel и портал Play Me. На подиуме Академия мировой моды Жан Николь с шоу-показом микса музейных коллекций Жан Николь с ювелирными аксессуарами, изготовленными юной топ-моделью, дизайнером Валерией Семеновичевой. Крылья для шоу-показа изготовлены дизайнером-декоратором Оксаной Бахметьевой. Прически и макияж модели сделаны мастерами сети салонов красоты Жан Николь. Музыкальные треки к показам подготовил диджей Сивачик. В показе участвуют ведущие модели театра моды Славы Зайцева, воспитанники Академии мировой моды, а также учащиеся модельных школ Эссет Жан Николь из Белгорода, Нижневартовска и других городов России. Особая благодарность руководителям модельных агентств Юлии Лагоде, Ирине Ессен, Екатерине Дроботовой, Ольге Юдиной, арт-агентству CMG Татьяны Бесполудневой в Королеве и Калуге. Показ сопровождается выступлениями знаменитой певицы, экс-солистки группы «Стрелки», автора и исполнителя Марики с песней «L'amour, а не déjà-vu». И юной и талантливой певицы и топ-модели Софьи Листаровой с песней «Крылья ангела». Yeah.
Thank you.
Академии мировой моды дизайнер Жан Николь. Среди шедевров, сотворенных Жан Николь, такие музейные коллекции, как блеск и удобрение, красное, белое, черное, вечерний Париж, Купидон, Скоробей, Сахара и другие. Жан Николь создает эксклюзивный стиль и индивидуальные коллекции под заказ для VIP-клиентов. Партнером показа выступает сеть салонов «Магазин достойных подарков» в лице учредителя Ольги Лисьяковой, которая сегодня блистает на подиуме в составе моделей Академии.